Уважаемые друзья и коллеги, меня зовут Юлия Волкова. Я предлагаю вам поговорить о пародонтологии и приглашаю вас на обновленный курс, который называется «Пародонтит лечить нельзя удалить». Давайте правильно расставлять знаки препинания, чтобы выбирать правильный вариант решения. Очень хорошо, что пародонтология в России становится все более популярной и более понятной, и поэтому на этом курсе мы будем говорить с вами о сложных клинических ситуациях. Мы пройдем по тонкой грани принятия решения удаления зубов либо сохранения, удаления и замены зубов на имплантаты. Но к такому событию пациента с пародонтитом нужно подготовить. Мы говорим об успешности регенеративных методик у пациента с пародонтитом тяжелой степени. Какие шансы на сохранение зубов? Давайте об этом рассуждать. Для принятия правильного решения нам потребуется участие членов команды вашей клиники. В нем будут принимать участие гигиенисты, хирурги, пародонтологи, ортопеды, ортодонты. Пародонтология – это интересно. Приглашаю. Конечно, будет практика. Конечно, мы поговорим о микрохирургии как новом измерении в пародонтологии. Приглашаю. До встречи!